Привет! С вами зажигалочка. Я в латвийской деревне. Вот тут зажигаю 8000 шагов пешком. Вот в таких вот ботах и в таких вот штанах. Ногам тепло, а вот руки в перчатках замерзли. Если хотите убежать из деревни или из холода, уезжайте на Кипр, на Сардинию или еще куда-то, где тепло. Так и мы в последнюю минуту купили билет и из Риги прямым рейсом за неполных 4 часа прилетели в Пафос. Билеты на самолеты дешевые. Жилье в это время года предлагается с большими скидками. Еда не дороже, чем в Латвии, а бензин даже дешевле. При поездке вчетвером на неделю можно уложиться в 500 евро на человека. Все зимние месяцы на Кипре температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 20. Иногда дуют ветра, иногда идут дожди, но в целом стоит очень комфортная погода. Да и море никогда не становится ледяным. В декабре-феврале обычно оно около плюс 18 градусов Цельсия. Так что при солнце можно и окунуться, или половить громадные волны. Вне сезон на Кипре очень легко отличить туристов от местных. Приезжие днем ходят в шортах и майках, а жители при этом одеты в пуховики и шапки. Для них даже плюс 15 – это настоящий холод. Русский язык на Кипре повсюду. Тут идеальные условия для пеших прогулок, как в городе, так и в горах. Море необыкновенное. Зимой везде бесплатные лежаки. На многих пляжах их оставляют, но денег за них уже не берут. Слишком мало туристов, чтобы с ними возиться. На Кипре много солнца, даже зимой. Особенно актуально для жителей Латвии и тех стран, которые периодически забывают, что это вообще такое. Климат на острове благоприятный для здоровья. Неспроста средняя продолжительность жизни на острове составляет 85 лет. Зимой на острове ранние закаты, примерно в 16:30. После этого становится прохладно и немноголюдно. А после 22 улицы и рестораны совсем пустеют. Тишина, спокойствие и полный релакс. Это идеальное место для того, чтобы подумать о жизни, перезагрузиться и отдохнуть душой. Если вам было интересно, подпишитесь на мой канал. Смотрите, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была Зажигалочка.